один из самых красивых памятников Великого Новгорода. Памятник, сразу вспоминается стихотворение «Мой Дадыра». Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой, умывальников начальник, и как там дальше. В виде мамы рукомойника, которая нянчит маленький рукомойничек. Находится памятник возле бани номер 7. Как раз в тему. Очень красивый, необычный памятник. Он мне очень нравится. Прохожие часто останавливаются, фотографируются здесь. Это одна из достопримечательностей Великого Новгорода, можно так сказать.